Всем огромный привет! Сегодня у меня муж пошел на почту, чтобы отправить посылку. Но каково было мое удивление, когда он с посылкой вернулся домой. Я, если честно, вообще ни от кого сейчас не жду посылки, но, по крайней мере, мне неизвестно, что кто-то выслал. Он приносит посылку и говорит: «Свет, это тебе, сказали, вот пришла одна». Я посмотрела, и каково было мое удивление, что мне прислал посылку Саша. У него есть свой канал. Саша, огромное тебе спасибо, огромный привет. Ну, это, конечно, сюрприз так сюрприз. Я Саше не давала адреса, и поэтому для меня это было просто такое неожиданное событие. Мы с ним не общаемся, кроме как вот смотрим ролики друг у друга. Я на него тоже подписана. Но сюрприз, правда, удался. Когда я ему написала, говорю: «Саша, мне пришла посылка, я даже не знаю, что с ней делать». Он говорит: «Я хотел сделать сюрприз». Поэтому я хочу поделиться с вами, что же было в посылке от Саши. Ну, а потом расскажу немножко о самом Саше. Ну, естественно, бьюти-каналы, бьюти-блогеры и бьюти-средства. От Faberlic Саша мне прислал гель для душа. Грациозный гиацинт. Если честно, вот у меня его не было. У меня как-то подруга заказывала такой гель, я понюхала, мне понравилось, и все. Теперь у меня тоже такой будет. Очень позитивный, конечно, вот сам флакон, рука к нему тянется, я люблю все сиреневое. Кстати, да, видите, люблю. Так, как сделать так, чтобы было видно? Следующее тоже из этой же серии. Это оранжери, да? Как так называется эта серия? Ее величество роза. В отличие от многих блогеров, которые не любят розу, я розу обожаю. Вот причем в любом ее проявлении. Единственное, вот когда роза совсем не пахнет, конечно, мне грустно. Но когда пахнет, да, прямо вкусно-вкусно, очень люблю. Особенно, когда роза шиповник. Вот она похожа на розу шиповник. У меня сразу ассоциации с детством, потому что я в детстве любила вот подходить к кусту шиповника, прям вот я носом могла воткнуться в этот цветок и вдыхать, вдыхать аромат, вот просто надышаться хотела им в детстве всегда. Спасибо, Саша, огромное, с удовольствием буду пользоваться. Саша сам заказывает Faberlic, Avon и Фраше и многое другое, по-моему. У Саши очень разнообразный канал. У него интересен канал тем, что есть даже кулинарные влоги, причем очень много, он очень вкусно готовит и все это показывает на камеру. Так что вот ссылку-то я оставлю на Сашин канал, вы пройдите, познакомьтесь. И Фраше, то есть был Faberlic, теперь и Фраше, но тут будет перемешка. Все эти компании, которые я сейчас называла, Саша мне и положил. Астраханский арбуз, Jardin du Monde. Вот такой гель. С огромным удовольствием буду пользоваться. У него такой позитивный вид и очень-очень вкусный. Знаете, даже чем? Не самим арбузом, а конфетным, карамельным арбузом. Вот как-то так пахнет. Спасибо, Саш. Так, дальше. Вот это средство тоже, кстати, из серии оранжери «Милый жасмин». Это увлажняющая вода. Ни разу. Это единственное средство, которого у меня не было. Ни разу. Вот правда, от Avon у меня спреев много. Ну, как много, штуки 3. И там есть спирт. Ну, я пользуюсь, мне нравится. А это я знаю, что он беспиртовой, но я никогда себе не заказывала. Вкусный. Спасибо. Все, я теперь буду такая-то в парах ароматных. Жасмином пахнет вкусно. Вам видно? Следующее. Следующее тоже от Faberlic. Это тоже то, чего у меня не было никогда. Это ванночка. Ванночка для маникюра. Мой один из любимых ароматов — малина и белый шоколад. Никогда не использовала ванночки, поэтому не получаю. Даже через фольгу пахнет. Надо же. Вкусный аромат, люблю его. Ну что ж, будем беречь ручки. Хотя у меня нарощенные ногти. Ну, гель. Под гелем свои, а здесь нарощенные. Но кутикулу и сами ручки, это вообще же здорово заботиться, увлажнять. Спасибо.
Еще одну ванночку для маникюра. Это уже ванильное лакомство. Саша позаботился о двух руках. Ну, правда, две руки будет. Одна в одной ванночке, другая в другой. С огромным удовольствием буду пользоваться. Вот реально ни разу не пользовалась. Даже через меня никто не заказывал, чтобы меня подразнить. Avon. Я сказала, что Саша также представитель Avon. Крем для рук. Спасибо. О моих руках заботишься. Приятно, спасибо. Крем-шиповник, крем для рук, ногтей и кутикулы. То есть тем я буду размягчать, этим питать. Я уже, если честно, попробовала, попользовалась даже сегодня. Мне понравился. Он не легкий, а такой, вы знаете, вот даже для на ночь подходит. Достаточно питательный такой крем. И если он будет, да, тонизирующий, питательный, для нормальной сухой кожи. Вот я говорю, я сразу поняла, не читая. Единственное, у него достаточно такой яркий, насыщенный аромат. Аромат на любителя. Но не шиповником. Не знаю, чем пахнет. Но очень ярко. Буду с удовольствием пользоваться. Спасибо. Куда? Чтобы было видно. Я тут это... Мне сказали, что теперь давай в кадре посылки снимай. Я сегодня посылку получила. Открыть хочется. И мыться надо, ну как бы себя в порядок с нуля начинать приводить, краситься. Я говорю, Саша, можно я сначала открою? А то у меня терпения не хватит, если я сейчас буду пока мыться слюнями и сходить на коробку, потом краситься, голову сушить. Саша говорит, делай, что хочешь. И говори, что хочешь, и показывай, что хочешь. Так, дальше давайте я еще покажу пену. Как я пены люблю для ванны. Вы знаете, я не люблю лежать в ванне. Нет, я вам не буду показывать. Это вообще не мое уже. Я не люблю лежать в ванне, потому что когда я встаю из пены, я не могу себя мыть. Я задыхаюсь, и мне нужно быстрее выбегать. А я делаю как? В общем, я встаю под душ, в ванну. Степа. Это был Степа. Ванну затыкаю пробкой, наливаю прямо на донышко пену и включаю воду. То есть душ течет, эта пена, ну, понятное дело, да, она так поднимается. И у меня ноги всегда, вот как вот ванночка тут стоит для рук, у меня такая получается ванночка для ног. Потом уже, когда они напарятся в этой пене ножки, скраблю, и ноги в хорошем состоянии. Ну, в общем, и при желании всегда можно погрузиться в эту пену, она же есть. Вот, давайте я покажу сначала свою. Вот такой колобок. Вот эти колобки я очень люблю, шарики эйвоновские. Это зимняя роза. За розу отдельное спасибо. Ой, такая вкусная. Она очень сладкая. Ну, роза-роза прямо. Это Степа. Прям роза-роза, сладкая, какая-то карамельная тоже роза. Очень вкусная и насыщенный такой аромат. Я думаю, будет красиво раскрываться в ванне. Ой, Саш, огромное спасибо. Вот дальше то, что я буду показывать. Это было в отдельном пакете. Вообще тут должен быть Макс. Но он там делает уроки. От него отдельное огромное-огромное спасибо. Радости не было предела, потому что ему тоже пришла пена. Ну иди, поздоровайся. Выглядывай, ты слышал, что про Макса? Привет. Вот. Это была пена для Максимки. Рад? Ага. Рад. Прикольная. Прикольная? Ага. У нас было... У нас были снеговички, но это чуть-чуть другой. Нет, у нас были, да, были снеговички. Макс очень жалел, что я выкинула с пустыми баночками. Но теперь у него снеговичок снова есть. Очень-очень вкусно пахнет моим любимым ароматом, апельсином. Я вообще аромат апельсина просто люблю. Он за кадром, потому что мы не умещаемся. Либо стол, либо Макс. Ну, в общем, вот такой снеговичок. Саш, спасибо огромное. Макс, говори спасибо. Спасибо большое. Но ты не уходи. Мы сейчас будем с тобой показывать ластики. Дальше идут ластики. Я начну чуть-чуть издалека. Нам какое-то время назад Катюшка Винченкова присылала ластики. Вот я сейчас вам поближе. Вот в такой классной бутылочке. Там, вот не знаю, вам видно или нет, Hello Kitty. Сами вот штучки-то вот, ластики-то сами. Да, красный. О, кажется, видно, да? Красный, зеленый и синий. Да. И что нам прислал Саша, на показывай сам. Вот такие вот бутылочки с Angry Birds. Такая вот бутылочка с Angry Birds'ами.
Да, вот такая еще одна бутылочка. Вы так посмотрите, какая у нас теперь коллекция. Класснючая. Да тут еще прямо птички, самые настоящие Максимкины любимые птички. Ну чего? Как раз мне понравилась эта бутылочка, а тут даже серия продолжается. Да. Кстати, у него эта бутылочка стояла не в ластиках, а вот прям отдельно. Ну, да, отдельно на полке, как украшение. Я сейчас сама с собой разговариваю, надо сюда. Саш, спасибо. Где ты их взял, я не знаю, но это вообще такое чудо. Смотрите, какая прелесть. Я подсчитал желтых 6, зеленых 7, там красных 5. А синих? А синих тоже 6. И красных 5. Видите, понравились, значит. I hello. Hello? Я не помню, но там много, их прикольные. А это много, вот такая цифра. Но я их рядышком поставлю, потому что ну уж больно хороши. Не маяч. Ну давай следующий показывай. Вот такой вот пластик, немного напоминающий из лего. Вот такой вот робот. Ты вот смотри, видишь, повыше. Вот так вот. Вот такой красивый. Таких у нас не было. Саша очень переживал, говорит, наверное, у вас уже все ластики есть. Ничего подобного. Таких нет. Еще не все скупили. Ничего не совпало. Все разное. Нет, тут вот там кое-что есть. Есть, ну, кое-что да. Есть. Это домик. Вот такой домик. А я даже подумала, что крыша пластмассовая, она тоже из ластика. Да, так... это все полностью ластик. Только бумажечка, а так остальное все. Да, бумажка вокруг, чтобы видно было, что это домик. Угу. Так, что у нас дальше? Ну, давай вот эти покажи, уж больно хороши. Ну, это тоже Angry Birds, только они из «Звездных войн», наверное. А, только из другого мультика, да, Angry Birds? Из другого мира. Вот такие вот. Ой, вообще такое чудо. Ну, разве скажете, вот кто-нибудь скажет, что вот эти вот... ноготочки – это ластики. Это зеленый Терн. О, мы даже с ним познакомились. Он был красный. Дальше. Крабик. Крабик. Вот такой вот милейший крабик. Нет, вот такой да, милейший вот так. Крабик. Вот сейчас Макс покажет. Вот, вот такой. Нравится? Да, очень. Очень такой нравится. Прикольный. А это одна серия. Да, тут вот эта вот серия одна. Дальше. Это еще не все. Бананчики. Вот такие два банана. У нас были, но тут другие лица. Да, Максимка сказал, что у этих другие лица. И мы свои в свое время из упаковочки вынули, и они ломаются у нас. Да, а эти новенькие, вот смотрите, они прям в обнимочку приехали. А, и вправду. Так что теперь у нас будет вот такая сладкая парочка. Прямо в упаковочке, не будем вынимать. А бананчики можно вынуть из своей шкурки. А, да, кстати, они вынимаются, это правда. И смотрите, какие мордахи. Прям влюбленные, видно, да. Ой, Саш, спасибо тебе огромное. И меня, и Макса нарадовал, и порадовал. Но вот это вообще особая штучка у нас оказалась. Арбузик. Арбузик. Такая красивая. У нас такая долька арбузика уже есть. Одна или две, вот мы не смогли одна. Вспомнить. Одна. Теперь у нас две. Максимка говорит, что ему нужно столько, чтобы собрать теперь целые. Смотрите, она такая. Как раз уже половинка появилась. Да, арбузика. И у нас будет целая прям такая круглая долька когда-нибудь. Кстати, Саша когда-то на канале показал, как быстро резать арбузы. Это было очень полезно для меня, потому что для меня порезать арбуз – это катастрофа. А может, это он нам арбузик свой прислал? Да, наверное, вот он тогда и отрезал нам. Это точно. Ну что ж, вот это такая была замечательная посылка, сюрприз, ты не умещаешься, давай вот сюда. Вот. Спасибо тебе, Саша, огромное. Что про Сашу сказать? Живет он в городе Кемерово, он работает операционным медбратом, вообще у него очень интересное образование, биолог, генетик, вроде так. В общем, разносторонний человек, умеет и готовить вкусно, и если надо, вылечит. И отрежет, что не надо, или поможет отрезать, что не надо. Но у него на самом деле интересный канал, большие заказы, большие у него обзоры того, что, как это сказать, запасов. Поэтому проходите на его канал, ссылку я обязательно оставлю внизу. Хотя, я думаю, его каналы без меня уже многие знают. А мы с вами прощаемся. Всем пока. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч.
Ну, выключай. Угу. Всем пока.